Мадриде введен режим чрезвычайного положения. Центральное правительство добилось этого через суд, так как во время осеннего подъема заболевания власти Испании передали контроль над ситуацией в автономиях местным чиновникам. В Мадриде ввели двухнедельную самоизоляцию. Ограничения уже лишили тысячи людей заработка, и они вынуждены обращаться за помощью к ассоциациям соседей. Эти неправительственные организации занимаются раздачей еды. Здесь самоизоляция – это просто полный запрет выхода на улицу. То есть можно выйти выгулять собаку, можно сходить в банк, можно сходить в больницу, разумеется, и в продуктовый магазин. Все, больше никуда. То есть все предприятия остановлены, ничего не работает. Что касается ответственности испанцев по соблюдению ограничительных мер, то не все относятся к ним серьезно. Хотя улицы городов заметно опустели. Старшее поколение опасается за свое здоровье, соблюдает социальную дистанцию и дезинфицирует руки. На улицах не так много их встретишь, просто в силу того, что они боятся выходить, чтобы не заразиться, сидят дома. То есть отношение такое ответственное. Что нельзя сказать о молодежи? Молодежи плевать на все. То есть они, несмотря на запрет властей, собираются, значит, по ночам, распивают спиртное. За соблюдением защитных мер строго следят. В Испании из-за роста числа заболевших коронавирусом на 15 дней закрыли бары, кафе и рестораны. Работать они будут на вынос, как это было во время весенних ограничений. Штраф за отсутствие маски в среднем 100 евро. Но первый раз, как правило, не штрафуют, а предупреждают. Вот. Но если ты попадешь на второй раз, то уже пощады, что называется, не будет. 100 евро. Если ты, несмотря на то, что тебе сделали замечание, ты не одел маску, то есть ты категорически отказываешься одевать ее, это уже рассматривается как сопротивление властям, и там штраф, по-моему, от 300 евро и выше. В Испании, по последним данным, зафиксировано более 1 000 000 случаев заражения COVID-19. В рейтинге стран она находится на 5-м месте. Скончались около 34 тысяч человек. Полностью выздоровели 150 тысяч испанцев. Елена Грицкова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.